И перед началом этого ролика я хотел бы сказать пару слов насчет моего контента, насчет авторских прав и так далее. Я заметил, что в комментариях начинаются появляться такие люди, которые пишут: «Блин, этот бит не похож на оригинал». И я порой негодую, потому что я вроде бы даже прикрепляю скрины, то что вот авторские права и как бы, ну, невозможно, не получается так сделать. И именно поэтому я хотел бы сразу разъяснить всю ситуацию. Запиченный вокал мне нужен для того, чтобы избежать авторских прав. Это, надеюсь, понятно. То бишь, Элвин и Брундуки. В твоем понимании. Дальше, если какая-то есть мелодия, то она, скорее всего, будет под авторским правом лейбла артиста. Конечно же, именно поэтому ее нужно будет опять же изменить, но на самом деле там все оригинал. Также и касаемо каких-нибудь ваншотов, ударов, все это в совокупе может сыграть очень плохую роль для канала. Именно поэтому я все это немного интерпретирую, ну а на самом деле все остается точно таким же, если буквально изменить пару шагов. К примеру, здесь изменено немного, здесь изменен питч, который можно в принципе в сэмплере ресетнуть, и также Shaper Vox у нас на мелодической части, которая звучит у нас сейчас вот таким вот образом. Я надеюсь, что это понятно, что это оригинал просто на шейпербоксе, не более. Ну и поскольку ты уже остался и начинаешь дальше смотреть этот ролик, я тебе представляю разбор бита трека Моргенштерн под названием Олала. Ну и также хотел сказать спасибо огромное автору, ссылочки, конечно же, на него будут в описании. И, кстати, сразу хотел бы сказать про тайм-коды. Если ролик тебе кажется длинным, я слишком много говорю для тебя, то тайм-коды все присутствуют, просто читаешь тайм-кодик, ищешь, смотришь и наслаждаешься. А мы поехали. Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, плейлист. Что у нас здесь с тобой есть? Моргенштерн, трек, вокал. Это наш сэмпл, как я уже показывал. 808. У нас с тобой здесь есть, получается, три паттерна. Три паттерна обычного 808, и следующая строчка у нас с тобой реверснутый, точно такой же бас. Просто реверснутый. Опять же, клэп ничем не меняется вообще никак, хай-хеты. Тут уже есть интерпретация, но на самом деле она незначительная. Все состоит из буквально трех паттернов, если не ошибаюсь. И, кстати, небольшой лайфхак тебе, как уместить весь паттерн в один. Все очень просто, нажимаешь правую кнопку мыши на строчечку, где тебе нужно объединить какие-то паттерны, и вот здесь тебе нужно нажать Merge Pattern Clips. Все, у нас с тобой все в совокупе. Отлично. Это делается для удобства, потому что, опять же, эти хай-хеты прописывал я, но потом у меня времени просто не было, и я скинул этот проект другому человечку, чтобы он его, конечно же, доделал. Дальше мы с тобой идем к снейру. Снейр у нас из одного паттерна, после чего open head, тоже как бы, ну, его немного, реверснутый хай-хет, crash от Пака Янг Фризи, FX и еще одни FX. С плейлистом мы с тобой разобрались, и теперь мы можем переходить досконально к MIDI, к мелодической части, и начнем мы, конечно же, с сэмпла. Объясню, где взять этот сэмпл в оригинале. В оригинале это начало одной из серий аниме One Punch Man, если я не ошибаюсь, второй сезон, четвертая серия. Прям в самом начале ты ее можешь найти, она там недолго играет, вырезать, и все будет окей. Именно поэтому написан Bandicam и дата, когда я это все записывал. После чего 808. Для твоего удобства сразу показаны кики, да, то бишь вот такие вот затемненные MIDI, это у нас с тобой кики. И где они у нас воспроизводятся, сразу же видно. После чего у нас есть с тобой следующий паттерн 808, и он выглядит вот таким вот образом. То бишь мы с тобой поднимаем на октаву вверх. И здесь чуть-чуть будет меняться наш бар. То бишь у нас с тобой это все на октаву вверх поднято, и давай послушаем. Первый бар немного отличается от второго, как ты видишь, обычной пробежкой, и в принципе все довольно легко. И последний паттерн из 808 баса, это третий паттерн, давай послушаем его. Тоже довольно простой. Также 808. Все довольно очень просто, тот же самый же бас, просто сделан майкиник, переведен у нас в плейлист и сделан реверс. С вот такими значениями сэмплера. После чего наш клэп. Довольно простой. И теперь хай-хеты. Хай-хеты у нас состоят из нескольких паттернов. Первый из них. Если я не ошибаюсь, вот этот паттерн у нас с тобой играет всего лишь один раз, и все остальное, в принципе, у нас копипастится. Давай теперь послушаем основной наш паттерн.
все, буквально. Вот наш паттерн, который будет продлеваться довольно долго. И также у нас есть с тобой еще вот такой вот третий паттерн. То бишь здесь two steps, и здесь вот как было у нас в начале с тобой. Оказывается, значит, не один раз, еще и в конце. Окей, хорошо. После чего снэр. Прекрасно, с этим все понятно. Open head, вот такой вот open head. Попытался я как в оригинале сделать, но так не совсем вышло, так что я оставил. Подумал, блин, даже и так прикольно звучит, потому что мне не очень хочется, чтобы было очень похоже, потому что авторские права. А тут, в принципе, довольно неплохо зашло. Hi-hat, реверснутый. Присутствует он у нас немного, но все же он у нас есть. Crash от Young Freezy. Прикольно звучит, и опять же, его не так уж и много, как хотелось бы услышать его на самом деле. После чего у нас с тобой идут эффексы. Вот такой вот эффексик. Потом у нас с тобой открывается денежный аппарат. И вот здесь у нас еще с тобой есть переходик. Кстати, довольно прикольно, потому что он из левого уха переходит вправо, и мне это довольно понравилось. Прикольно, да. Звучит очень все прикольно, и в совокупе это все звучит без вокала, вот таким вот образом. Прикольно, звучит очень прикольно. Ну а теперь мы с тобой переходим к микшеру. Микшер, что у нас с тобой здесь есть? У нас с тобой здесь есть, сразу же видим, Моргенштерн. Это у нас мелодия, это у нас Моргенштерн вокал. Сразу видим то, что трек у нас в моно уходит, чтобы не было никаких конфликтиков особо. И что у нас на треке? У нас с тобой вот такие вот значения, 885 Гц. Опять же, все в питче, еще раз, все в питче. 1212 Гц мы с тобой подрезали компрессии. 3000 мы с тобой опять же подрезали компрессии. И 8000 мы с тобой подрезали опять же компрессии. Почему? Потому что не очень хотелось убирать эти частотки, потому что некоторые там реально нужны. И я буквально сделал только одно. Убрал out и вот здесь вот начал чуть-чуть подкручивать threshold. После чего наш вокал. Наш вокал уже не так уж сильно был подрезан, и добавили еще верхний частоток. Но на самом деле разница тут будет невелика. 112 Гц мы срезали. 426 мы с тобой подрезали, потому что некоторые артефакты появились, и как бы не очень хотелось бы их слышать. 669 Гц мы с тобой убрали на 3 дБ, 1354 мы с тобой убрали на 2,5 дБ, 2100 мы с тобой опять на 2,7 дБ понизили, и 4000 на 1 дБ, верхнюю частотку мы с тобой подняли 10000 на плюс 2,5 дБ. Все это делалось для того, чтобы убрать те самые артефакты, которые нам предоставил сайтик, за что, конечно же, спасибо ему. И после у нас с тобой есть мелодическая часть. Сразу давайте посмотрим, что у нас было сделано. Вот такая вот эквализация и Shaper Box. Shaper Box у нас с тобой два пресетика. Это на low вот такой вот пресетик. Где-то можешь найти его в вкладочке Pitch. Вот он. И верхние частотки у нас с тобой Reverse. Находится он вот здесь вот. Также я поднял ему чуть-чуть объема. И также у нас с тобой есть два канала баса. Опять же, нереверснутый и реверснутый. И на них наложен обычный Cinematic с Diablo с вот такими вот параметрами, которые ты видишь прямо сейчас на экране. Что касаемо реверса, то здесь может быть чуть-чуть отличаться, потому что я все докручивал, все же как-никак сидел я довольно долго. На кике у нас с тобой пик контроллер, вот такие вот значения. И также Diablo. Если не ошибаюсь, это был пресетик, но почему-то мне показывает, что это дефолт. Очень странно почему, но во всяком случае сверься, если хочешь сделать похожий кик. И также, кстати, что касаемо Моргенштерна, вот ты видишь, что у нас есть с тобой какие-то серые каналы, и я специально не стал их красить, чтобы было понятно, то, что вот эти каналы, а именно трек Моргенштерна и вокал Моргенштерна, у нас привязаны к этому каналу, к серенькому. И здесь у нас с тобой есть очень много компрессии. Первая компрессия The Glue, Vocal Lead Hard, пресетиком C2, вот такие вот довольно серьезные значения. Fruity Horus, Flanger, Delay 3, Valhalla Vintage Verb и Q3-шечка. Подрезали с тобой 303 Гц, 774 мы с тобой убрали на минус 2 дБ. И здесь мы с тобой сделали компрессии, потому что, опять же, питч, и не очень хотелось бы трогать эти частотки. 9800 Гц. Ну а теперь мы с тобой переходим к партии ударных и FX-ах. Почему партии ударных и FX-ах? Потому что все это привязано к одному каналу, на котором есть небольшая обработочка в формате G3. Ну серьезно, больше здесь особо ничего не делалось. Так, смотри, начнем с тобой с FX-ов. FX-ы. Ничего не делалось, кроме как чуть-чуть развели вправо, и это у нас с тобой вот этот звучочек. После чего Valhalla у нас стоит на вот этом денежном аппарате.
И какие здесь у нас с тобой значения? DK 4, Mix 31, Low Cut мы не подрезали, High Cut мы даже чуть-чуть приподняли, и все, в принципе, больше здесь ничего не делалось. Также сделан небольшой баланс, после чего Crash, ничего на нем нету, Open Head, также ничего нету, отведен вправо, High Head, опять же ничего нету, Snare, также ничего нету, High Head, второй, тоже ничего нету, и Clap, опять же ничего нету, один баланс. Все просто в балансе. То бишь мы с тобой подрегулировали, что-то мы с тобой сделали в сайт составляющей, что-то вообще не трогали. И в многогрупповом канале у нас с тобой есть Q3-шка с 272 Гц подрезанных низких частот. Ну и вот такой вот у нас разборчик с тобой получился. Я надеюсь, что тебе понравился он. И, кстати, я хотел бы вам сказать кое-что. В монтаже я прикрепил где-то, ну, не знаю, конечно же, где, ссылочку на драм-кит, который стоит немало денежек. И в течение 2 суток я не буду менять ссылку, которая будет присутствовать в монтаже. Так что, если захочешь мой драмкит получить бесплатно, то пересматривай ролик, находи эту ссылочку и заходи в приватный паблик телеграм-канала, где находится как раз мой драмкит. Ну а также, если тебе ролик понравился, то не забудь поставить лайк, написать комментарий и подписаться, конечно же, на канал, почему бы нет. Ну и также, не забывай посещать стримы. Я вас всех крепко обнял, всех приподнял и до нового ролика. Чуец!